Вот мы и добрались до дома. Да, наконец-то. Как долго мы этого ждали. Да уж. Вы пойдете со мной? Да. А то. До конца. Пора покончить с этим. Ну что, парни, поднажмите! Само собой! Конечно. Вот и прием. Так, держи. Ромка, дело! Ромка! Окей! Да будет свет! И вниз! У меня есть то, что нужно. Ерунда! Давно мы не сражались вместе. Вспоминаешь прошлое, да? Раньше бывало всякое, но теперь нас ничто не остановит. Нам с Игнисом надо определиться с тактикой. Как вам будет угодно. Доброе утро, парни! Тебе не кажется, что это странновато? Тут ведь все время ночь. Странно, что здесь не видно королевских глеф. Тут есть глефы? Да. Они занимаются разведкой и попутно разбираются с демонами. Идем к ним на базу, это близко. Урод! Пора! Посмотрите, во что они превратили наш дом! Мы его восстановим, и он станет еще лучше древним. Да! Он окаменел! Ваня! Вот тебе! Ромка! Окей! Отлично, Гладион! Я потрясил! Нравится! Есть еще у нас порох в пороховнице. Маршал! Ты что, полдетства? Сколько же их тут? Не говори, я уже несколько часов. Потерпи еще немного. Когда все это кончится? Когда мы убьем их.
Не девайте его. Без обид. Шли все за мной. Я сейчас! С удовольствием! Я так рад, что ты вернулся. Я тоже рад. Хочу кое-что тебе показать. Идем. Так что привело тебя обратно в Инсомнию? Мы хотели по возможности навести здесь порядок. А? Подготовиться к тому дню, когда король снова взойдет на трон. Наша база там, впереди. И практически ничего нашего здесь больше нет. Идем. Слушайте все! Ваш король вернулся. Король! Я знал, что вы вернетесь! Мой король! Давно и терпеливо мы ждали этого славного дня, мой король. Братья и сестры, защитники Люциса, вы все храбро сражались. Спасибо. Пока я был не здесь. Хоть мир поглотила тьма, мы храним свет в своих сердцах. Вы все теряли друзей и родных. Но главное не терять надежду. Братья и сестры, будем сражаться. Плечом к плечу. За будущее. За новый рассвет. Да! Слава королю света! Слава королю света! Наконец-то у Глеф есть король. Они так рады, что он вернулся. А мы рады. Даже больше них. Что будешь делать дальше, маршал? Здесь еще куча имперцев. Я собирался заняться ими. Тебе помочь? Ха, хочешь заслужить мою симпатию? Если да, то конечно. Скажи Джозефу, как только будешь готов. Джозеф, очень приятно. Наша задача – уничтожить остатки войск Империи. В городе еще осталось несколько действующих баз Империи. Маршал как раз собирает сведения о них. Встретишься с ним на месте, и можно будет начинать операцию. Понял. Ну что ж, желаю удачи.